конечно. Они в прошлый раз играли с Ниром, этот раз решили его не брать. А, стапа-то, блядь, не видно. А я сейчас по стриму посмотрю, что у них есть. Давай, давай. Через 5 минут увидишь. Куда ехать? Я по полю. Поле погнали забирать. Дальше что делаем? Мы что как? А то мы что-то пассивно где-то ставим, чтобы не если город будет агрессивный. Чтобы он подъехал сюда, только отбить, если что, на всякий случай. Давайте, господа. А мы куда? Я думаю, нам надо выйти в драты все. В этих тасах нам надо доезжать, зелень зацелить. Давай агрессивная херня освети. Я хочу, короче, жесткую тему сделать. Я буду рядом с агрессивом, ближе к городу. Получится, Максиму чудо есть. На охране базы. Я сейчас попробую ЕБР сразу на ходу дать. Я в рейде, но тебе такая пизда сейчас будет. Я вот тоже дома. Конечно, ему жопа, они по стрельбовому стреляют. Опять прожет стоит на зацеле. Все, пиздец, рейдены пока. А, попадают, ладно. Он просто лучше ездит. Но зато мы видим весь сетап их. Все чифы, бэшка еще. Короче, давайте город займем быстрее, недалеко. Давайте город займем уже на захват, Сань. Давайте да, город занимаем улицы. Они вон, видишь, куда они едут? Они опять занимаются захват. Может, мне, нет захват? Вот захват, это забирайте, нет? Не остаться. Занимайте позиции. Я могу тут остаться. Нам позиции нормально только занять нужно. Мне захват рандом стоит? Да, нет. Как встаем на захвате? Как ты еще полезен будешь? Не, пусть он конкретит БР, потому что, блин, это сложно будет. Давайте 3 плюс, потом все, что съедем. Да. Это только нормально встать, они сейчас будут со всех сторон выезжать. Да, нормально. Не, я значит, пойду с этой стороны, будут со всех сторон ехать. Макс, контри эту хуйню. А, база тут. Ждем, а, пока Макс, не выйдут, и сразу их пушим. Он нахер не делает. Так убивайте его, убивайте. Мы с Максом сейчас зафармим его, это вообще не. Я его на готов поставил. Убьете? Еще ЕБР обходит. Да они точно есть смысл брать? Нормально, нормально. Все, можно съезжать, я думаю, можно съезжать. Все, съезжаем. Поехали. Зукса, пушьте. Они каток. Ну пушьте их. Бэшка. Они далеко все. Я подкатываю. Разменяйте хп, выживите. Давайте все. Быстрее, Зукса, подъедьте ко мне, Зукса убьем. Бэшка там уже. Они к вам все притягиваются, аккуратно играйте. Хорошо. Макс, я не могу. Забирайте сами, забирайте его. Отлично. Бэшка КД, Бэшка КД, убивайте. Только бэшки нельзя дать нельзя дать бэшки, блин, она сейчас засейвится. Все, стойте, убивайте, просто стойте, убивайте. Все, не спешите пушить. Просто стойте, стреляйтесь. А можете на двор заехать убить этих типов? Бэшку там убить зажатую, можете? Она туда заехала дальше, она сюда заехала. А, она во дворе? Да, нет, она туда заехала, проехала во двор. Она в рельефе там. Так зайдите туда, убивайте их. Мы не можем там два чела конкрет вот этих проехать. Они у нас могут поехать. Я сейчас в жопу буду страйка убивать. Нир, кто КД? Ликвидатор. Я смотрю на вас. Ты говори КД, что ты молчишь, блин? Ну, ты подожди, я бы проехал, я знаю, блин. Можешь, не можешь. Я бы проехал, если бы нормальный инфу дал. Спасибо, Кирюх. Страйк, два тоже. Два типа на вас пушат. Нет, не пушат. А, меня пушат, Бэшка, помогайте с нам с Ниром. Я дам. Нир, дай чифу. Я дал, Бэшке дал. Поехали вся, он же, да? Да. Нир, мне засейвится? Не смогу. Да, минус 2. Тебя спине, минус 2. Я дам тебе тычку. Страйк, уже описал. Отлично, найс. Пай, давай, забирай. Бэшка минус 2 было. Олежа! Ой. Хорошо. Спасайся, блядь, пасос Винсера! Я трюк, я не мог уезжать, мне не понимаю. Че, успокойся, чей свешится, тварь. Бля, Нир, они тебя в гранд-финале надерут. Не хочу. Гранд-финале КП. Они только меня убили. Мы с ними встретимся в нижней сетке, если что. Нас Победор выкинет, а мы с ними будем играть. Так, сколько там дал? 2000 дал? Смотрим. Ну он... Да, вроде. Эх, 700 урона. Ну там Инспир очень жестко ошибся. Прям очень. Кирюха, рандом, блядь. А, ну, это был... Я, кстати, в этом бою Макса вообще не слышал. Макса. Так я же делал уже. Ну нет кредитов, чувак. 60 тысяч осталось. Забей, Нир, все, проиграли после такого. Ну после такого не выигрывается, сам понимаешь. Ну да. Ну это я, так сказать, на чёрт. Ну зафейлили мы с тобой. Сервер, пора снаряды продавать. Походу. А тебе голду не дали? Чувак. Я ребятам всем вылечил. Слышали, на стрях это пассивно, что просто ИБР нас не выстрелил особо. Окей. Не надо тебе кататься тоже там, поебало получить. В этот куст предлагаешь встать. Нет, он успеет? Да, он оттуда контр, он успевает встать. Я не хочу, я просто так по полю прокачусь и все. Ну смотри, чтобы нас, типа, ну, он чтобы нас, типа, не чекнул так.
Да, может вы на башках? Мы по короткой или вот так? Нет, давайте, пока еще не поздно, может давайте, просто в деф станем. По сейву едем. Ну, сейчас, давайте цели... башки, что... давайте башек не парить в стапе, пробуйте не защититься от ИБР. Поехали или верим просто? Ну сейчас они законтрят, они сейчас будут на меня смотреть. О, и... красиво, кому пляж нравится. Агрессивно нравится, нравится. Давайте, стреляйте ИБР нормально. Чего бы не нравился. Желательно попасть. Нет, да он дурачок, он опять направо едет. Или у них ЕБР нет. Может у них нет ЕБР, может они мясо добавили. Нету ЕБР. Я агрессивно еду. Куда надо играть от этого? Сворачиваем направо. С какой точки будем выезжать? Они могут сюда проскочить, они могут что угодно сделать вообще. С какой точки будем выезжать? Ты давай там накидывай сразу. Накидывай сразу. Сразу базу пойдем. Отстрел сделайте! Бля, можно стрелять, пацаны, они сейчас приезжать будут на халяву. Нормально. Я дал. Можно просто всей пачкой стрелять. Так куда мы на бэхами едем? Бэшки надо сами. У них два быстрых танка, ну, которые едут. Они ноль едут, давай. Ноль, два быстрых танка едут ноль. Да, возможно, да. Если да. Давайте просто отсюда зайдем, убьем их в спину, не? Все вместе. А вы бэшками как-то там вместе. Урон давайте. Макс надо откидывать. Они вот тут бронируются, тут танки, тут. Брейн, го в спину. Уедьте на бэшках вам надо ехать. Ебр, ебр, ебр. Брейн, там нормально все. Просто стойте, принимайте их везде. Мы сейчас развалим их с Брейном в спину. Слышите, чуваки, уедете, вас не запушили. Да, уедете, уедете, их уже пушат. Вы засейвитесь? Раздайте. Бля, пиздец. У вас точно так же, как и мы сейчас, блядь, играли. Бля, какие же вы кончены на бэхах, вот реально. Так я спрашиваю. Вам сказали, что заняли там, что тупого тут, блин, я не понимаю. Бля, вы идиоты, мне сыграли. Вы реально дауны два. Вам сказали, блядь, что заняли ноль, а вы стоите вдвоем, все равно смотрите на них зачем-то. Да мы знали, сдали барабаны. Сейчас запейте. Сдавали барабаны. Раздавали, я ничего не раздал, блядь. Ехал, дал, блядь. Тебя влили, блядь. И засветился тут. Мне сразу, блядь, уже сюда. А доиграем, нет? Не доиграем? Нет. Не доиграем. Да плохо. Ай, бля, пизду. Конченая, блядь. Ты ебал, мы вас спросили тысячу раз, что на бэшку сделать, типа, ну. Нам надо было сюда въезжать. Сюда въезжать надо было. Да мозг, Макс, всем не работает твой. Какой мозг? Тут ЕБР засветился, чем мне, блядь, от него убегать от одного? Бэшка, у них два танка, них бэшка тут стоял. Вот да блять, да танков, не, ну какой, ну никто ноль не забирал, они же вот сюда, просто Макс, поехали через центр. Пять танков вот так вот едет и два не светятся, как ты думаешь, где у них еще два танка? Я тебе говорю, бэшка вот тут стояла, понимаешь? Так они не ехали так, в объезд. Так, а вот эти вас просто запушили в ебало. Ну, они сделали то же самое, блядь. Они то же самое сделали, как... Мы сделали в прошлом бою то же самое. Вы ж видели, что мы пушили здесь, забирали танки спокойно. Зачем вы там опять вдвоем стали, так же сделали, как они, зачем? Ну это же глупо. Да, тем более прошлый бой то же самое было. Ну да. Ну так вы вас же изначально спросили, ну, в какие позиции мы едем. Ну мы же не можем. Ну какая ситуация, чувак? Я думал, нам нужно понимать. Мы берем две бэшки. Для чего? Вы сказали, мы едем изначально поджимать город и пушить их. Так если, блять, мы едем поджимать город и пушить, нахуй мы вообще сюда едем на бэшках? Значит, нам надо было сюда ехать. Вместе с вами, заезжать к ним в спину. А что, так, так и было. Вы могли спокойно, я не знаю, вот сюда зачем... на бэшках приехать и раздать в борт барабаны. Нахуй, ну, вы туда-то поехали. Я не знаю, я за Максом полетел. Ну и все, блять. Если, ну, ни ты, ни Макс головой не думают, в чем проблема-то, блять, наша. Думал, Макса есть. Говорю, блять, Дэв, давайте встанем, блять, долбоебы, сука. Ну, у нас этот рейс очень хорошо стоится просто. Ну, бой интересный. Добивается. А, интересный, ноль урон на бэшке, блять. Говорит, барабаны, говорит, отдали. Технические бои интересные будут. Я не знаю. Я ебал, короче, окей. Я зафейлил. Ну, давай это. Как камбэчем. Да не. Да все, давайте нормально возьмем чужие побольше. Потом разберемся по ситуации. Ну, нахуя. Гениально. Ладно, поехали. На скеллике катаем. На скеллике? Видимо, ке. На скеллике, да. На скеллике. Пиши. Проебали. Если тебя бьют, то проебали. Я отдаваться по команда дауна. Так, ну мне изначально в ноль или лучше отстреливать? В ноль, ну сразу. Я там что-то могу что-то придумать. Ну давай. Не, иди сразу в ноль, если случай. Аккуратно, Толик может в эти кусты встать. Охуенный, блин, кусты, что он там будет делать? Стоять весь бой? Тебя законтрить. Охуенно. Только он там весь бой потом будет, да, стоять? Куда уезжается? Блять, заткните, пожалуйста. Мы сюда в город не заезжайте. Не заезжайте, не заезжайте в город, станьте где-то на краю, пока здесь все. Ну типа, нас могут послушать.
Надо с ними расстояние держать какое-то. Опять то же самое. Куда поехал агрессив? Не надо туда ехать больше. Да держитесь толпой. Все, они без ЕБР играют, они все, они просто без ЕБР играют. Нет, то же самое дело. Их ЕБР сейчас так же ноль поедет. Думаешь? Сейчас два батика за ним приедет, вот весело будет. Два батика, да, какие-нибудь. Нет, два бата точно нет, медленная слишком. Ну все, давайте просто обратно сейчас катаемся. Мы вот так вот не можем проехать? Тут вот все забрать. Давайте тогда нахуй ставим на кемпе, чтобы мне нас не запушили. Не заезжайте туда, не заезжайте. Да, в город не заезжайте, не надо. Не заезжайте. Давай, третий, время, собери что-нибудь. А? Так может так уже кому-то проехать? Ну а смысл, ну есть смысл один. Они пассивно играют. Пассивно играют. Ну хорошо. Очень пассивно. Хорошо все. Это у нас ЕБР есть типа, нормально. У них теперь нет ЕБР. Зуб съедет на заход. Чем мы разделяемся опять? У нас все танки разделены. Да все нормально. Пусть один понёшки, эти ближе к городу сместитесь. Один главное, чтобы он всегда на кемпе был, чтобы они не запушили. Вон они поехал, бат. Ну все, просто сядем сейчас. У нас за счет ЕБР надо просто вот играть и все. У нас есть инфа. Един бат перепущен. Да едь, короче, один него. Чувак сюда на чифе какой-то, один вот этот чиф, пройди дальше, агрессивнее, можешь? Креспик сюда, тебя один. Тебя же не перепушат, наверное, тебя не перепушат. Бат думаю. Едет пока что. Креспик сюда, вот здесь стоит танк. Уже лагает, блин. На чифе, скорее всего. Чиф стоит. Чиф это улица, это не проблема. Они да, позиционку стали просто. Подъедет, просто позиционку знаешь, стали. Мы можем зажать с помощью этой штуки. Вот этой штуки зажать можно, они не перепушат ее, по идее. А, ну давай, давай. Вот это чиф тебе надо агрессивнее. Короче, мое мнение, я что... Еду, Макс. Мне кажется, я уже не нужен тут. Ну да, да, приезжай. Как же лагает. Тебе? Нет. Я получил вот этого типа. Сейчас, подождите. Я к Максу тогда. Мы, мы просто растянуты слишком. Короче, я бы, честно говоря, уехал. Хорошо, откатывайтесь и тогда. И переехал бы на бачата. Хорошо, мы сейчас переедем, но захват как будем отбивать? Давайте Нира, а то мы тут ставим, все, Нир, стой тут один. Просто контроль базу. Сплошной вариант. Ну будем основные варианты просто. Будем рисковать. Нам надо разыгрывать нишку, по-любому другому никак не выбить их. Сложно будет. Но тут у них два танка стоит, бат разменивает. Ну, бэшка смещается. Бат сейчас потеряется, он ничего не сделает. Я его уже спугнул. Ну все, нормально, начинай сжимать там. Ты еще дай. Пошел захват. Я вернусь, я вернусь. А, сейчас. Один, у них они будут чисто одним байтить. Слушай, смотрите, смотрите, слушайте, послушайте. Смотрите, они же ничего не чекают. Вот так нельзя закатиться в 4 ну, танка? Я тоже хочу. Давайте, 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 поехали. Не, эта улица отсюда прикрывается батом. Лучше как сервер, я еду, но я случусь. Так, а мы же могли... Меня чекнули, меня чекнули, меня чекнули. Мы могли вот отсюда перепоехать, там никто не чекает. Вы не хотите выйти? Сны, вы играть можете быстрее? Вот это чиф. Окей. Я еду, еду, еду. Вы хуйню делаете, сервак. Нормально, я стою. Я просто чуть-чуть от бата, и все, он в кустах стоит вот сверху. Бат сверху стоит в кустах. Там уже не стоит. Или отъехал. Я предлагаю просто взять кулак, собрать и вкатить этого чипа во дворе. Но вас отсюда разменяют. Не видишь? Этот чел просто перевалится. Захват весь берут. За этим домом, Нир. Я сучусь. Пока захват еще долго, не парьтесь. Подъедь ко мне, агрессив. Вот он. Еду, еду. Вот он. А мы его не можем брать? Вот у меня тут танки, видишь? Но они меня пушивают. Они... Пацаны, подъедьте все ко мне, подъедьте все ко мне. Пацаны, ко мне подъедьте, быстрее. Я базу бил. Тычку дайте, я заберу. Собрал. Бэшка, бэшка, бэшка едет. Бэшка, 1700. Бэшка не стрелял еще. Отлично, ты хорош, хорош, Дима, хорош, хорош, хорош. Там бэшка еще. Откати, дай там шот. На, я дал бэшка. Того. Блядь. Нормально. Мне с куском помощь нужна. На котором. Вам нужна хлопа быстрее, пацаны. КД рулезик. Сколько? 3 хп 1. Я не знаю, он по мне не давало. Фокусите 900, 900 фокусите. Прикрой его, агрессив, прикрой его, прикрой его. Хорошо. Все, он толканет сам. Нет, не заберу креспа. Я хорошо отведен, поиграйте. 3 хп надо забрать. Заберу. Бля, 3 хп КД. Заберу. Бэшка, Макс, давай. Хорошо, бэшка заезжает фуловая. Рулезик заряжен. Все, рулезик. Не, Макс еще одну, наверное, даст. Да, Макс еще одну даст. Страйк Макс, заходит. Макс, даже молодец будешь, нормально. Все, а два шотных. Два шотных. Два шотных, ну, и страйк 2 хп. Да все, на ничью играете-то. Он не поедет, думаю. Трайк базу будет брать. Короче, два шотных и один двухшотный, да? Там 390 бэшки. Не пах, что в шотные. Уехал. Страйк съехал. Сваливайте просто. Сваливай, сваливай, сваливай. Вредина на все чекает к себе, да, нормально. Все, пробуйте доигрывать. Они рыбу ловить. Попытаюсь уехать. Блять. Не, что, блять, он попадет. Ваный мусор.
Там дерево сломано, Саня, если чё. Он за счет бэхи, они по факту... Они втроем могут так устать, да? Втроём ещё успевает. Они скорее всего станут. Станут просто втроем на... и все будут пробовать. Короче, сейчас будет стоять 1-2, потом третий в конце заедет просто и все. Правда, я не понимаю. И может кого-то сюда поставить. Я уже буду убивать агрессивно. Никас, он не приехал туда, забил, не? У тебя. А сколько у страйка? 700. 700 и... Блин, там бэшка так себе. Они одним не успевают, вы можете ждать, пока второй заедет. Нет, не спеши, да. Там, ну тут... Да я наоборот хочу агрессивнее сыграть. Да пробуй выйди, что? Реально. Они не будут ожидать сейчас тебя, наверное. Вот бэшка, да. Хорош. Две. Это не тот берет. Конечно, могут пушить Нира, чего они стоят? Потому что потом не успеют они, если Нир уедет. Нир, пытайся. Потому что захват... Ой, отлично. Только захват другой. Хорош. Тебе надо быстрее, потому что 17 секунд он не может. Азат, 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 назад, откуда ты? Давай тычку, тычку. Ну я на каток поставил. Все время, не успеет, убеги время. Уезжай, 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 уезжай. Он сейчас заедет. Станет. Не успеет, не успеет, не успеет. И рандомно все, вылетает, успевает, да? Не успевает уже, Саня, уже 100% не успевает. И рандомно команда, да? Не успевает. Не, не успевает, не успеет, не успеет, не успеет. Одной секунды не хватает. Точно? Проверно. Рандомно. 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 Блять, рандомно. Да, да, рандомно. 500, блять. Кто пройдет, интересно, рандомно? Я понял, по 428 прошло 422. Ну, охуенно. Блять, то, о чем я и говорил. Челики в захват просто становятся и все. Так, так, так. Они за счет бэшек, они чисто вот им повезло, что за счет барабанов они выиграли. Да нет, дело в том, что вот справа, говорю, становятся типа типы. Надо, блять, проезжать было, наверное. Куда-нибудь вот сюда. Да я сейчас сложно закончить.